Приветствую всех. Смотрите, у нас еще некое дополнение будет. Я насмотрелся обзорщиков, ребят, которые говорят, что JBL PartyBox 300 имеет выходную мощность 240 Вт. А теперь мы открываем инструкцию. Вот она инструкция, да? И смотрим. Хотя странно, что здесь и PartyBox 200, и PartyBox 300. Хотя, что странного, 200 же работает только от розетки. Так-то, по сути, одна и та же колонка. Смотрите. Потребляемая мощность 60 Вт. Номинальная выходная мощность 120 Вт. Номинал стандарт. Полная выходная мощность 240 Вт. Максималка. Ну, то есть, это пиковая мощность. Так что фактическая, которую мы слышим, это 120 Вт. Так что, ребят, которые обзоры снимают по этой колонке и говорят, что в ней 240, это все фигня, потому что по итогу мы не получаем 240 Вт. Мы получаем, как и всегда, 120 номинала. И еще насчет кнопок. Мне сегодня отправили ролик с JBL PartyBox 300, где зажимают Bluetooth и кнопку минус, и звук меняется. Там действительно это происходит. Но мы выяснили такую фишку, что у меня колонка 18 года, это как раз первые выпуски, а у человека 19 год. Ну, то есть, походу, был своего рода рестайлинг, поэтому какие-то программные изменения в программном обеспечении, я думаю, что были, потому что действительно у человека поменялось звучание. Так что, как говорится, JBL 300, JBL 300 рознь. Не все функции могут быть одинаковы. Это более ранняя модель, а у кого более поздняя 300, она может иметь какие-то дополнительные плюшки. Ну, так скажем, в программном обеспечении. В этом я как бы убедился, потому что у меня, я еще раз пришел, попробовал также сделать, как на видео мне прислали, и в итоге ничего не получилось. Я зажал Bluetooth и плюс, у меня колонка зависла, реально зависла, у меня отключился Bluetooth, все, она зависла, и просто лампочка вот эта светодиодная, ну не лампочка, а вот кольцо вот это вот верхнее горело, и все, здесь ничего, ну не менялся. Пришлось зажать и долго удерживать выключение колонки, в итоге как бы она отключилась. Я думал, что все, пипец, она зависла, и мне придется ее разбирать для того, чтобы аккумулятор отключить. Ну, слава богу, не пришлось. В общем, куча экспериментов, то ли еще будет. Всем пока, ставьте лайки, пишите комментарии.